Вы только посмотрите на эту сказочную красоту. Боже, Манечка, у тебя такие красивые крылья, такая свобода. Как называется вот такое изделие? Ой, ты знаешь, я влюбилась в эту красивую ажурную вязку. Я влюбилась в нее еще и потому, что такого я точно ни у кого не встречу. Я надеюсь, сейчас, когда вы видели мои крылья, вы точно так же уже влюбились в эту красоту неземную. Хотите быть точно такой же, как и я сейчас? Хотите добавлять свой образ? Хотите казаться более стройной, более эффектной? Тогда это ваш выбор. И сегодня мы вам можем предложить в нескольких цветах, а пока что можете полюбоваться этой вязкой, можете полюбоваться тем, как сидит это болеро на моей фигуре. На твоей фигуре, слушай, прекрасно смотрится понча. Мне очень нравится, что у нас для вас единый размер. Смотрите, единый размер – это действительно отличный повод дозвониться и впервые на телеканал Shop & Show. Тут уж точно с размером не прогадаете. Смотрите, если у вас размер от 50 до 64, вот все, значит, однозначно звоните, точно подойдет. 1499 рублей, 800 рублей экономии и максимальная свобода, Ань. Покажи еще раз вот эту красоту. Ой, Оля, мне очень нравится. Мы сейчас с вами будем разбираться во всех особенностях этого понча. И я просто уверена, что вы себе захотите заказать не один цвет. У нас для вас есть несколько цветов. Итак, первый цвет, который я хочу вам сегодня предложить, это цвет брусничный. Между прочим, брусничный цвет очень освежает. Поэтому сегодня выбирайте цвета, какие вам нравятся. А вот уже крупно мы сейчас разберемся, что это за эксклюзивная понча. Но прежде выберем цвета. У нас для вас сразу несколько цветов на выбор. Первый цвет, который спешим вам представить, это бирюзовый оттенок. Далее смотрим. Василек также у нас есть в наличии. Может быть, сейчас вы представите свои брючки или юбочку, которая есть василькового цвета в вашем гардеробе. Тогда звоните, понча вам точно не хватает, Анечка. Олечка, белый цвет, сезон свадеб. Я считаю, что это просто незаменимая вещь для, например, будущей невесты. Ну и потом вы также будете с удовольствием носить. А тем более, Оль, белый цвет летом. Как это замечательно. Но мне очень нравятся бежевые оттенки. Они вам на самом деле очень нравятся. Мужчинам. Я не знаю почему, но по статистике именно бежевый будоражит мужское создание даже больше, чем красный. Да, Олечка, но больше всего, например, меня будоражит это качество материала, качество вязки. Оля, я рассматривала это пончо до эфира. Я могу тебе сказать, что каждое пончо плелось отдельно, вязалось отдельно. Угу. Я очень рада, что сегодня мы с вами можем видеть такую красоту. Я очень рада, что сегодня наши женщины могут порадовать себя и сказать всем, что да, это вязала я долгими ночами. Ну, можно и не врать, можно, но не говорите, что вы купили с хорошей скидкой на телеканале Shop & Show пончо Бертина. На самом деле, вот себестоимость этого пончо, давай вот сейчас попробуем с тобой посчитать. Вот если мы возьмем, да, и дома свяжем пончо Бертина, нужно купить в магазине нити, правильно? Нужно купить затем тонкие-тонкие спицы. Тонкие нити. Угу. А что за нити? Из чего они будут сделаны? Олечка, а ведь ты знаешь, что если нити тонкие, если сами спицы тонкие, сколько придется, как долго придется вязать? Угу. А состав у нас здесь просто великолепный. Он очень приятный, комфортный. Здесь у нас как вискозные полотна, вискозные есть нити. Но, что самое главное, что здесь у нас 50% хлопка. То есть это хлопок и вискоза, который нам придется вот покупать для того, чтобы связать такую красоту, милые телезрители, уйдет гораздо дороже, выйдет вам ваше понча, если вы будете это все создавать вручную. Минимум 4000 рублей вы затратите на изготовление такого натурального пончо. Гораздо проще прямо сейчас дозвониться в наш колл-центр и заказать готовый вариант единого размера. С размером не прогадайте. Размеры подходят у нас от 50 до 64. Слушай, ну вот еще один цвет, про который мы забыли, это классика жанра. Ваш любимый черный есть в наличии. Ура! Оля, это замечательно, потому что черный цвет всегда можно добавить, например, платье, в котором вы выходите вечером в театр. Угу. Это действительно очень элегантный будет образ. И такой вариант вы можете накинуть на платье абсолютно любого цвета.
цвета, как, в принципе, вы видели сейчас на наших моделях, прекрасно дополняют как платья, как брючные костюмы. Точно так же вы можете носить и с юбками абсолютно разного фасона. Оль, я бы даже тебе к твоему платью, к твоей шляпке посоветовала бы надеть, ну, возможно, ярко-синий цвет. Ну-ка, давай. Нет, давай лучше белый на тебя надень. Давай, белый цвет, он такой вот освежающий, праздничный и настроение повышающий. Слушай, я обратила внимание, стоп, покажи Лали. Да, у нас Лали просто вкусы похожи, она тоже у нас сорока, она обожает блестящие элементы. Пуговица из блеска. Анечка, вот сколько одна пуговица подобная, да, со стразиной, будет стоить в магазине? Олечка, ходя по магазину и выбирая для тех моделей, которые я шью, могу тебе точно сказать, что пуговица нынче это дорогой аксессуар. Поэтому от 300 рублей может стоить простая пуговица, а уж пуговица, которая вся в стеклярусах, можно сказать, с гранями, как бриллиант, переливается, стоит уж точно от 600 рублей. Поэтому сегодня мы с вами на самом деле видим очень дорогое и качественное пончо. И сегодня у вас есть уникальный шанс. По такой цене я действительно просто удивлена, что цена очень низкая для такого качества. Вот, да. Ведь действительно, когда мы смотрим на это произведение искусства, мы видим действительно ручную работу. Здесь вывязывается и горловина, и вывязывается планка. Но тот ажурный рисунок, который мы здесь с вами видим, действительно, как Ольга сказала, вам потребуется достаточно много времени на то, чтобы связать такое изделие. Знаешь, даже не сравнится то, сколько денег мы потратим на нитки и на спицы. Вот уж точно, время будет жалко на такую красоту тратить. Это уж всю зиму придется. Слушай, меня можно вторично замуж выдавать в таком обличии. Шучу. И замужем счастлива. Вы знаете, мне очень нравится, что это пончо практически не ощущается на теле. Очень нежный вариант. Кружево, воздушное, приятное, пропускающее воздух. Это тоже немаловажно в летний период. И белоснежный цвет я просто обожаю. Если вам также нравится белый, звоните поскорее, он сегодня самый ходовой.